когда дети рождаются, то дети рождаются почему-то со своим установленным характером. Одним детям нравятся дыни, другим нет. С самого детства одни дети гладят, другие кусаются. Кто-то улыбается с самого рождения, кто-то хмурый до 3 лет. Таким образом, можно сказать, ну вот наверняка, что каждый ребенок рождается с индивидуальным своим, четко уже выработанным определенным характером. Именно поэтому я могу сказать, что характер может только нарабатываться. Характер нельзя приобрести стихийно при рождении, так как если было бы без прошлых жизней, то каждый человек бы рождался и развивал бы свой характер. У него бы развивались свои предпочтения, свое поведение. А так дети с самого рождения имеют уже свойственное поведение. Одни тихонечко лежат и кряхтят, другие кричат и добиваются, третьи отбрасывают бутылку, четвертые наоборот там сопят и прячут глазки и так далее. Одним словом можно сказать, что с первого дня ребенок повторяет и проявляет свой индивидуальный, ярко выраженный характер. И это является одним из доказательств того, что ребенок рождается уже с характером.